Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy, и мы с вами продолжаем играть вот за таких вот малышей. Смотрите, какая у меня маленькая бутылочка. И, ребята, я нахожусь в топе на первом месте по перерождениям. Сегодня мы с вами сделаем 10-е, пройдем в новую локацию Candyland. И посмотрите, я на первом месте, 9 перерождений у меня. И я, ребята, буду самый первый, кто посмотрит вот эту новую локацию. Давайте мы вместе с вами вот так вот сейчас экипируем Пэта. Вот, ребята, отлично. Подожди, в смысле, а где он у меня? Я его экипировал или нет? Что-то он у меня куда-то, не понял, пропал куда-то, не появляется. Ребят, перед просмотром обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А я, ребят, все-таки пройду в ту локацию. Подожди-ка, может быть, мне надо все-таки сделать какой-нибудь ресет? Ну, ладно, окей, давайте просто... сначала же перерождение надо, ребят, точно. Я накопил 123 тысячи силы. Кстати, по силе в топе я на каком-то четвертом или пятом месте. Давайте сейчас я посмотрю вот здесь вот так. Ну-ка. Где? Я на втором месте вообще, ребят. Ничего себе, не ожидал такого поворота. Ну, окей. Давайте все-таки делаем тогда перерождение, ребята. Я сделал 10-е перерождение. И я, ребята, самый первый, кто сейчас посмотрит на вот эту новую локацию. Блин, я, конечно, медленный стал такой. И это у нас локация, ребята, видимо, с конфетками что-то связанное, да? Раз уж на то пошло. А давайте мы вот так вот экипируем. Почему он меня не экипируется-то? Ну, видимо, баг какой-то, ребят. Видимо, какой-то небольшой баг, да, с Пэтом, смотрите. Потому что я его не могу экипировать. У меня, кстати, 7-й левел. Уже 9,5 тысяч гемасов, ребята. И, ну, долго копить, конечно, гемы. Может быть, потом добавит какой-нибудь читерский код. А, ребят, как раньше. Давайте переходим. Вау. Это, ребята, Candy-локация. И давайте-ка я начну здесь прокачиваться. Да, смотрите, ребят, у меня засчитывается, как будто у меня экипирован питомец. Но, к сожалению, я его не вижу. Ну, это баг какой-то, ребят. Мне надо перезайти, и все нормально будет. Давайте мы с вами посмотрим, сколько я буду получать. Вот если буду прокачиваться вот этими мишками, вот этими кубиками. Там, кстати, вот беговые дорожки. Ну, прикольно, смотрите. Это у нас фонтан какой-то из конфет, что ли? Из шоколада, наверное. Давайте, окей, все, перестаем прокачиваться. Сейчас мы с вами... делаем максимальный размер. Сколько вот у нас? Во, восьмерочку, кстати, неплохо. Блин, скорость бы надо бы прокачать, ребят. Сейчас посмотрим, сколько нам будут давать скорости, когда мы с вами экипируем супер крутого Пэта. Так, давайте вот этого сейчас мишку попробуем взять. Ну-ка, иди сюда. Вот, ребят, смотрите, я прокачиваюсь, обнимая этого мишку. По 152, ребят, слушайте. Мне кажется, да, здесь лучше, ребят. Здесь лучше прокачиваться, чем вот моей вот этой золотой бутылочкой. Поэтому, ребята, я обязательно здесь буду прокачиваться. Все уж, бутылочку можно, в принципе, не трогать, да, потому что мы с вами здесь прокачиваемся уже быстрее. У меня, смотрите, ребята, уже 10 тысяч силы. Кстати, тут на сервере, смотрите, 2-4 перерождения есть. Чувак, у которой... находится вроде бы в топ-2 или в топ-3, ребят. Меня забанили. Я помню, он и в скул играл, тоже был в топе, ребята. Ну, среди моих подписчиков есть ребят, которые хотят быть в топе. Поэтому, ребят, если вы хотите тоже в эту игру поиграть, обязательно переходите, ссылочка будет в описании. И, конечно же, ставьте лайки этой игре, потому что если 1000 лайков, ребят, наберем, то нас будет ждать бесплатный питомец. Ну, давайте-ка мы сейчас с вами. Я хочу затестить, сколько мне будут давать скорости, ребят. Давайте так вот экипируем. И надо бы, наверное, нам уменьшиться до... ой, да, до десяточки. Не-не-не, надо, значит, до двоечки, может. Давай, до двоечки вот так вот уменьшимся. Кстати, здесь, интересно, есть баг такой или нет, ребят? Как в скул лифтинге нет, ребят, смотрите. Такого бага здесь нет. Кстати, смотрите, получается и здесь, смотрите, рядом с беговыми дорожками есть вот эти вот кубики, да? Интересно, а чем... лучше прокачиваться, что больше нам будет давать силы. Ну, как силы, это же у нас типа счастье здесь, да? Давайте мы вот так вот пройдем. И, смотрите, у меня 13 скорости. Поскольку я буду получать, давайте посмотрим. С Пэтом, ребята. По две скорости, ребят, я получаю. Ничего себе. Это жестко. По две скорости, сейчас будет 17 скорости. Блин, я... вот так надо немножечко вперед отойти. Вот, все, ребят. Теперь я стою ровно, смотрите, могу вот таким вот образом АФК встать и прокачать себе 500 скорости просто. Хотя нет, смотрите, меня немножечко в бок уводит.
Надо вот как-то супер ровно встать, ребят. Вот так вот как-нибудь. И это только, ребят, локация за 10 перерождений. Я уже получаю по 2 скорости. То есть, ребята, обязательно делайте перерождение, проходите в эту локацию, потому что здесь нереально быстро прокачивает скорость. Только взгляните, у меня уже 25 скорости. Да, я взял вот тогда и задонатил себе пак на скорость, ребят. Хотя я мог задонатить просто пэта, да, и прокачать себе скорость. Смотрите, вот какой я вот этот прокачал, получается. 10 скорости я уже получил, ну, дофига, ребят. У меня было 13, да, уже 20 скорости почти я получил. Вот сейчас вот если я прокачаюсь и получу себе 20 скорости. Ну-ка, во, все, ребят, теперь ровно 20 скорости я прокачал. То есть это я сэкономил 500 рубаксов. Да, ребята, вот это, конечно, жестко. Ну и смотрите, давайте попробуем сделать себе 50 скорости, да, и, ну, чтобы побыстрее быть, а то сейчас делать перерождение, и все такое, скорость будет, конечно же, падать у нас, и поэтому я хочу хотя бы хоть сколько-то у меня скорости было, да, потому что, ну, 13 это очень медленно, ребят, и для идеала, конечно, довести хотя бы 150-200, и тогда будет вообще шикарная скорость у нас, и можно пока на какое-то время будет забыть про прокачку скорости. Скорости, ребят, смотрите, 46 почти. И давай сейчас немножечко, давайте вот, и еще два раза прокачаем, чтобы было у нас 50, да? И все, можно, в принципе, забыть, ребят. Все, чуть-чуть совсем остается. Давай, чуть-чуть. И давай. Все, ребят, отлично. 50 скорости мы с вами прокачали. Вот эта скорость, я уже понимаю. Мы с вами хоть не как черепашки бегаем, да? Давайте попробуем вот этим кубиком попрокачиваться. Так, подожди, а что, я его взять не могу? Неужели мне надо больше быть? Ну-ка, давайте-ка попробуем пятерочку вот так вот сделать. Во, реально, ребят, мне надо было 5-й размер, чтобы взять этот кубик, ребят. Ничего себе, смотрите. Ну да, я им прокачиваюсь. Ну, выглядит это как-то странно, потому что я как будто внутри этого кубика нахожусь, да? Ну, это все потому, что я маленький размер. Подожди-ка, а если я... Так, давайте мы пэт, кстати, на силу с вами экипируем. И я увеличусь еще, например, до 8-ки. Вот так вот, ребят. Ну-ка, давайте посмотрим. Во, вот это уже... Вот, ребят, вот это уже выглядит, в принципе, неплохо. Как будто мы с вами поднимаем этот кубик, да, и тем самым прокачиваем все силу. Да, ребят, неплохо. Мне нравится эта локация. Ребят, давайте так, оцените ее от 0 до 10. И, ребят, напишите обязательно в комментариях, прокачиваетесь ли вы здесь, в этой игре. Очень интересно будет почитать ваши комментарии. Давайте мы сейчас... Во, вот это у меня скорость отличная, ребята. Давайте мы пройдем вот сюда в самое начало. Кстати, смотрите, маленький какой мишка. После того, как я с ним прокачивался. А вот теперь он большой стал, видите, да? Меняется в зависимости от нашего размера. Смотри, а нет, смотрите, все равно маленький. Ну ладно. Давайте вернемся вот сюда и посмотрим. Вот они все малыши, ребят. Смотрите, все здесь прокачиваются. Здорово, ребят, смотрите. Все сидят здесь и прокачиваются своими бутылочками. Кстати, вот смотрите, эти тоже маленькие стали, потому что ими уже прокачивались. Царь горы, смотрите, девочка какая-то сидит, царь горы. Ну и, ребята, я нахожусь сейчас топ-1 по перерождениям. И я жду, ребята, когда вы меня догоните. Давайте будем вместе с вами покорять топ этой игры. Конечно же, не забывайте ставить лайки этому видео и игре, ребята, чтобы, ну, поддержать как-то разработчиков. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Всем, ребят, пока-пока.